Ну что, друзья, это свежий выпуск на нашем YouTube-канале. Сотрудники полиции сообщают об ужасной трагедии. Перед началом просмотра подпишитесь на наш канал, друзья, и следите за нашими новостями, ведь каждый день мы делаем их только для вас. Несколько дней назад в Санкт-Петербурге во время частного выступления на одном из корпоративов пострадала известная российская певица Слава. Сообщается о том, что ее избила ее фанатка, которая находилась на данном мероприятии в состоянии сильного алкогольного опьянения. На данный момент девушка, которая совершила нападение на певицу, задержана и дает признательные показания. Сама же певица Слава находится в больнице с серьезными травмами, общаться с прессой пока не желает. Как она себя чувствует и в каком состоянии она находится в больнице, пока никто не знает, друзья, но мы попытаемся связаться с врачами, чтобы более подробнее узнать об этой всей трагедии. Мы уже готовим специальный выпуск с подробностями данной трагедии, он появится завтра рано утром на нашем YouTube-канале, друзья. Подписывайтесь и смотрите нас каждый день.